Всем привет, и с вами Арманиус, и мы продолжаем играть в игру под названием The Sims 4 на работу. И это уже 18-я серия моего летсплея. Итак, мы продолжаем играть. Сегодня мы отправляемся на работу вместе с Мэттом. Кажется, с Мэттом, да. На карьеру ученого. Так, сейчас он у нас спит. Думаю, что... Так, а сколько он идет на работу? Через 3 часа только. Думаю, что ему можно уже проснуться, пускай он сходит в туалет и... Так, почистит его. И давайте, пускай он еще его и улучшит. Хорошо, так, Купер отправляется скоро в школу. Эллисон у нас ест, все едят. Куда она пошла? Поболтать с Купером она хочет. Оливия сегодня тоже отправляется на работу. И нам нужно успешно поставить диагноз... И провести лечение пациента. Вот здесь уже, наверное, будет сложнее в четвертый, да? Смотрите, она получает 49 симулянов. У нее четвертая ступень. Он получает 48 симулянов. Он получает 57, ребят. У него тоже четвертая. Ну, блин, жесть. Так. Мэтт чистит душ, и... Он должен был его, кажется, принять, нет? Не нажимал действие принять душ. Хорошо, пускай сначала его починит, потом примет. Так, Купер наш достигнул 4 уровня в навыке общения. Домашняя работа завершена. Сейчас он отправится в школу. Смотрите, одни положительные мудлеты. Отлично, у нее тоже. Так, Фрэнк должен приступить к работе через час, и Оливия тоже. Так, Мэтт. Как-то он... А, он улучшает, да? Давайте подождем, пока он улучшит. Интересно, чем нам даст вот это улучшение? Продолжит обновлять регулятор потока воды. А, так, Оливия, ты должна отправиться в на работу скоро уже. Так, ей нужно помочь ребенку с домашним заданием. Пусть ребенок получит 5 в школе. И пусть ребенок максимально разовьет один из навыков. Офигеть. Блин, это сложно будет. Но мы должны как-то сделать так, чтобы... Подождите, а кто ее ребенок? Купер же. Да, Купер должен как-то развить навык за 3 дня. Будем стараться, ребят. Хотя, наверное, мы не успеем этого сделать. Потому что после школы он придет усталый. Может, мы его как-нибудь отпросим со школы? Подождите, давайте прямо сейчас это сделаем, если мы сейчас можем. А нет, хотя... Взять отпуск в школу. Кстати, сколько у него отпускных дней? 4 дня мы можем... Прогулять школу, нам ничего не будет. Давайте мы не пойдем в школу, мы сейчас лучше отпросимся. Возьмем отпуск, потому что мы и так отличники, зачем нам отправляться в школу? Так, отправиться самостоятельно, пускай отправляется сами. Купер берет выходной, я думаю, пускай отправляется домой. Где он, кстати? Он пропал, ребят. Офигеть. А, вот он, все появился. Пускай отправляется домой. Сейчас я ему наделал действий. Ого, у него с матерью, смотрите, какие отношения классные. Эврика, Мэтт Райдер делает 8-е открытие и записывает идею создания сыворотки Панацея. Какая-то. Ладно. Так, Оливия отправляется на работу. И мы давайте... Какой мы будем навык развивать? Наверное, все-таки творчество, потому что у нас 5 уровень творчества, и нам нужно рисовать. Давайте будем рисовать людей, формы и транспорты. Пускай он развивает этот навык. Интересно, а можно какую-то книгу почитать по творчеству? Вот, интересно, давайте посмотрим. Так, мы покупать книги не можем, мы можем зато купить книги через взрослого Сима. Итак, нам нужны для детей книги. Утренний колец, домашняя работа. Мы можем покупать домашнюю работу, ребят. Так, здесь ничего интересного. Давайте перейдем тогда в навыки, потому что здесь, смотрите, здесь у нас мистика, фантастика. Хорошо, видеоигры, выпечка, игра на гитаре, игра на скрипке, изысканная кулинария, как стать успешным светским персонажем. Ладно. Комедия, кулинария, логика, механика, обаяние, пакости... Так, пианино, писательство, программирование, ракетостроение, рисование. Так, рисование. Это, наверное, к нам не подойдет, да, все-таки? Хотя давайте мы все-таки посмотрим, может быть, подойдет.
Нет, это, наверное, все-таки для взрослых персонажей. Ладно, пускай он рисует. Как можно развивать навык творчества еще? Так, творческие способности дети могут развивать за развивающим столиком. Так, повышение этого навыка откроет новый... Так, столиком, игры с кукольным домиком и общением. Хорошо. Так. Получается, нам нужно еще... Мы можем развивать навык, когда общаемся с кроликом. Обнять кролика. Поговорить. Ободрить. Кажется, все-таки развивается навык. Еще нужен кукольный домик, но вряд ли мы его купим. Через 4 минуты мы отправляемся на работу. Так, давайте мы присоединимся. Став доктором, результативно трудитесь в больнице, чтобы открыть новые действия общения, лечения и тесты. Сейчас я хочу создать вот этот новый, эту новую спутниковую тарелку и посмотреть, что это за тарелка. Да, очень интересно. Проводите больше экспериментов, то есть тестов, чтобы поставить более точный диагноз. Кажется, с помощью этой спутниковой тарелки можно призывать инопланетян. Ну вот я точно не знаю, посмотрим. Так, истина где-то рядом. Странные танцующие огоньки могут привести... Хорошо. Так, ежедневные опыты. Добро пожаловать в лабораторию Симы будущего. Здесь вы будете проводить важные опыты. Хорошо. Так, 8 открытий мы уже сделали, теперь мы можем получить повышение, но в этот раз мы не получим, наверное, повышение уже. Так, изобрести плазменную гравилампу нам нужно. Улучшить рентгеносим, управлять с союзниками, сменить одежду. Мы можем улучшить рентгеносим? Вау. Давайте мы это сделаем. Сменить одежду. Очень интересно. Получается, с каждым разом мы можем улучшать этот рентгеносим. Классная штука. То, что она уже может преобразовать предмет, это уже круто. Мы сразу останемся допоздна. Так, давайте мы ускорим. Надеюсь, что у него потребности нормальные. А Купер будет развивать навык творчества. Всё. Рентгеносим улучшен. Так, Мэтт улучшил рентгеносим, и теперь он может управляя сознанием персонажа, менять их одежду. Так, и что же сегодня все будут носить? Интересно. Хорошо. Так, давайте мы попробуем изобрести устройство. Плазменная гравилампа. Так, для спутниковой тарелки нам нужны обычные металлы и обычные кристаллы, которые... О, не-не-не-не-не-не-не-не, постой, не то. Нет, я не то выбрал. Блин. У нас это уже есть. Уничтожить модель. О, классно удаляется. Смотрите, вы видели? Круто. Так, изобрести устройство. Плазменная гравилампа. Вот так вот она выглядит. Круто. Интересно. Сейчас посмотрим. Итак. Довольно-таки долго. Да, время идет. Кстати, как там наша ракета, ребят? Ракета до сих пор еще не достроена. Мы будем ее потом достраивать, когда поднимем вот это до третьего значка. Изобретена плазменная гравилампа. Мэтт изобрел плазменную гравилампу, включите ее и посмотрите, как она работает. Вопреки всем законам физики, притащите гравилампу из робоконструктора в багаж. Хорошо. Очень интересно, как она работает. Включить это светильник. Включить все источники света. Вау. Вау. Офигеть. Включить. Я видел что-то типа наподобие этого. Смотреть, выключить, выбрать интенсивность. Все источники света. Ого. Какой свет выберем? Наверное, вот этот был. Такой оставим. Хорошо.
Перенесем его в себе багаж. Так, теперь нам нужно... А, да, нам нужны металлы. Нам... Я хочу сделать эту спутниковую тарелку. Да, очень хочу. Поэтому давайте мы пойдем сейчас выкопаем клад, потом будем копать просто, собирать металлы и эти, каких, блин. Ну, короче, металлы и камни. Металлы, драгоценные камни, да. Вот так. Мэтт находит капсулу. Блин. Капсулу мы продадим. Мэтт находит капсулу. Еще одну. Хорошо. Нам больше капсулы не нужны, нам нужны... Вот, это у нас грустик какой-то, смотрите. Очень интересно. Вау, смотрите. Круг камней прям. Сейчас мы соберем этот круг. А, идти сюда не нужно, просто копать. Блин, время очень быстро идет, и мы просто-напросто не успеваем выполнять все задания. Опять капсула. Зачем нам капсула? Нам капсула не нужна. За Влади какой-то нашел. Мы доходит капсула опять. Школьный день подошел к концу. Итак, среднестатистическое учеников. Хорошо. Блин, у меня опять баг этот. Смотрите, баг, ребят. Блин. Да почему этот баг появляется? Не понимаю. Ладно. Что он там еще нашел? Он находит капсулу опять. Три капсулы он нашел. Но мы их продать почему-то сейчас не можем. Хорошо. Так, капсулы нам не нужны. Давайте мы сейчас пойдем еще камни поищем. У нас есть вот на... А, вот, у нас здесь есть. Давайте мы сейчас сюда придем. Копать. 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 И еще раз копать. Все. Ускоряем. А если мы не найдем, то попросим потом у других ученых, которые тоже находятся на этом участке. Так, нам нужно выполнять нашу жизненную цель. Мы находим фазанит, мы находим капсулу опять. Чё там с тобой? Ты больше не можешь копать? Нет, он может копать. Давай еще раз. На работе отлично справляется. Оливия зарабатывает день отпуска. Отлично. Достигнув 6 уровень в навыке творчества, Купер может рисовать новую картину на столике для поделок и получает настрой получше, играя с игрушками. Хорошо. Так, пускай дальше развивает навык. Алебастер находит. Отлично. Тяжелый металл. Отлично. Итак, давайте посмотрим, сможем ли мы сейчас создать на робоконструкторе этот новое устройство. Да, мы можем уже сделать спутниковую тарелку. Давайте мы это сделаем. Так. Потом надо повысить наши потребности. Вот так вот она выглядит. Классно. Надеюсь, что он не будет долго создавать. Ого, он принес 513 миллионов. Мы дома сможем купить такую же ракету и построить ее. Вот она. Сейчас мы будем, наверное, все-таки достраивать ракету, либо выпьем перечную сыворотку, которой у нас, кажется, нет. Ну, сейчас посмотрим, короче. Сейчас мы сначала сделаем спутниковую тарелку. Вот у нас спутниковая тарелка. Переносим ее в багаж. Давайте почитаем, что здесь написано. Мэтт изобрел спутниковую тарелку, что живет за пределами мира. Перетащите спутниковую тарелку с робоконструктора, чтобы узнать. Подождите, я не перенес? О, баг пропал, ребят. Так что теперь мы сможем продать вот это все. Отлично. Так, у нас теперь есть спутниковая тарелка. Какие действия у нас здесь есть? Коллективный разум. Вечеринка с танцами. Счастливый город. Сердитый город. Интересно, что такое коллективный разум? Предотвращать похищение. Установить контакт с пришельцами. Вот, классное действие. Давайте мы выберем вот это счастливый город. Или что-то типа этого. Так. Ну же.
она что ли сама делается? Вау. Мэтт, активируй счастливый город. Все жители теперь такие дружелюбные. Ого. Прикольно. Счастливый город. Ладно, буду знать. Что он хотел? Не нужно ничего делать. Давайте мы выпьем эту перечную сыворотку. Перечная сыворотка. Нам нужен базилик. Мы до сих пор не нашли этот базилик. Блин. Ладно. Так, давайте мы будем продолжать строительство. Сейчас позовем всех остальных работников. Кто там нам будет помогать? Вот эта вот бабушка, которая нам в предыдущей серии помогала, кажется. Кстати, какие там, куда она идет? Управлять сознанием — это что-то новое. Вот еще персонаж. Сопереживать, попросить помощи с ракетой. Есть ли еще какие-нибудь персонажи, которые могут помочь? Вот еще персонаж. Попросить помощи с ракетой. Мэтт заканчивает работать через час. А что это он не идет нам помогать? Еще ведь можно встать сюда. Неужели он не может никуда встать? О, мы почти достроили ракету. Осталось совсем немного, ребят. Блин, хоть бы мы успели. Наверное, мы все-таки не успеем. Да. Все, смена окончена. Один день отпуска нам дается один день отпуска. И мы заработали 346 миллионов. Не так много. Потому что мы не повысили... Блин, извините. Продуктивность труда. Так, ищите новые картины, воспользуйтесь микроскопом. В галерее находятся потрясающие творения, созданные такими же игроками, как вы. Так. Мне вот интересно, как разоблачать инопланетян? Вот я не знаю как. Может, кто-нибудь знает? Если кто-то знает, напишите в комментариях. Ну, кто-то писал, кажется, уже, что можно разоблачить по свечению. Может, можно как-то еще? Может, как-то с помощью этой спутниковой тарелки, я не знаю. Как там наш Купер? Он повысил навык? Хотя бы до 7-го, не знаю. Половину он повысил. Отлично. Иди рисуй животных. Это уж что-то новое. Формы рисуй. Людей рисуй. И транспорт. Все. Эллисон. Эллисон, у нее отличное настроение. Пускай она делает домашнее задание, чтобы быть отличницей тоже. Так, а ты отправляйся в туалет. Так, пускай он идет, берет порцию. Так, а она пускай чем-нибудь интересным займется, например, пусть ребенок получит 5-ку в школе, помочь ребенку с домашним заданием. Пускай вот она поможет вот этому ребенку. Хоть это не ребенок, но кажется, можно помочь домашним заданием. Как там Фрэнк? Фрэнк, чини давай туалет. Ты сломал туалет наш. Интересно, а как сделать, чтобы он побыстрее повышал навык? А, вот все, он повышает уже быстрее. Может, мы попробуем установить связь с пришельцами? Смотрите, какая классная штука. Предотвращать похищение, установить контакт с пришельцами. Достигнуть 3-й уровень в навыке механики. Блин, я не знаю, я не хочу больше детей у нас в семье. Поэтому давайте мы сделаем так, чтобы он похитил... Точнее, пришельцы похитили нашу Оливию. Так, она сейчас поможет ребенку с домашним заданием. Все, иди. Установить контакт с пришельцами. Вау. Это действие призовет пришельцев. Может, они нас даже похитят. Ага. Надеюсь, что не персонажи мужского пола. Хотя, если похитят, мы сможем отправить ребенка на ихнюю родную планету. Будет интересно посмотреть. Хорошо. Так. Он уже дорисовал. Он, надеюсь, ложит рисунки в багаж себе. Или он так и оставит здесь их.
Сейчас мы это узнаем. А, похоже, нам приходится каждый раз так делать. Ладно. Рисую еще раз животных. Навык повышается довольно-таки быстро. Эллисон. Так, давайте мы сейчас уберем все сюда. Мы пока что не можем убрать. Подождем, пока закрытся зеленые. Все, теперь можем убрать. Нам дается 50 симолеонов, потому что у нас 5 членов семьи. Эллисон Райдер заканчивает домашнее задание. Отлично. Так, все, мы закончили с домашним заданием. Теперь давайте посмотрим, какие у нее желания. Точнее, не желания, а цели в жизни. Она хочет сыграть 3 партии в шахматы и почитать со взрослым в течение 2 часов. Так, а если мы выберем какую-нибудь другую эту жизненную цель? Общение, например. Давайте, пускай она будет светский львенок. Познакомиться с 5 новыми персонажами. Нет. Интеллект. Творчество. Нет, тоже не подходит. Непослушная проказница. В каком состоянии достичь 2 уровня в навыке моторики? Блин, я не знаю, что ей подойдет. Ладно, пускай будет вундеркинд. Сыграть 3 партии в шахматы, но на шахмат нету. Но мы можем сейчас купить эту ракету, да. Я ведь хотел купить ракету. Так, у нас будет и на работе, и дома ракета. Так, где у нас ракета-то? Вот здесь, кажется, ракета, если не ошибаюсь. Так, ракета. Я не вижу пока что ракету. Вот ракета, да. Кстати, какие там расцветки есть? Давайте мы вот такую вот расцветку возьмем. Все, у нас есть ракета. Точнее, заготовка для ракеты. Так, и потом, кто у нас будет строить? Мэтт будет строить ракету. Он решил сесть за компьютер. Лучше иди, сходи в туалет. Надеюсь, что Фрэнк починил туалет. И потом прими освежающий душ. Нет, настраивающий на размышления. И иди спать. Сейчас он повысит навык, смотрите. Если есть кукольный домик, Купер теперь может писать рассказы про кукольный домик на компьютере. Он также получит больше удовольствия, играя на пиратском корабле. Отлично. Круто, ребят. Мы постараемся за эти 3 дня улучшить навык. Смотрите, уже картина стоит довольно-таки дороже, мне кажется. 29 миллионов. Так. Нам нужно побольше растений. Что-то инопланетяне не прилетают за нами. Странно. Я думал, что сейчас прилетят инопланетяне. Свечение по-разному везде появляется. Пока что его нет. Давайте мы... А, мы не можем больше установить контакт. Хорошо. Мы ничего устанавливать не будем. Подождем. Надеюсь, что все-таки пришельцы прилетят. Будет интересно посмотреть. Но пока что ничего не слышу. Как здесь наше растение? Кажется, нормально. Только нужно полить их и способствовать росту. Ну, у нас сейчас нет времени этого делать. Получается, в следующий раз мы должны отправиться на работу вместе с нашей Оливией на карьеру врача. Да, так, успешно поставить диагноз. Я думаю, мы сможем это выполнить. Походу, что-то пришельцы, кажется, не придут сегодня. Наверное, в следующий раз. Да, наверное, все-таки не придут. Мне уже, ребят, пора заканчивать серию. Да. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Так, что это? Террорами находится блуждающий огонек. Так, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С вами был Арманиус. Всем пока.